Я вас приветствую, дорогие зрители. С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. Меня зовут Агаси. В этот раз хочу вам предоставить хороший вариант 2 плюс 1 в районе Махмутлар. Средний этаж, вид на бассейн, на эту территорию. На деревья видно как-то. Три балкона в этом комплексе у всех квартир. Первый балкон. Вот такие маленькие балконы, два и один большой балкон. Расстояние до моря максимум 320 метров. Проект находится между улицами Ататюрка и Барбаросса. Хорошая локация, вся инфраструктура в шаговой доступности. Рядом есть парки, есть генератор, ну, зеленая территория, как видите. Открытая парковка снаружи. Также здесь у нас лилисопеды можно поставить свои. Пройдемте в квартиру. 100 квадратных метров, полезная площадь. Бытовая техника Бека, посудомойка, стиральная машинка, холодильник. Гостиная, почти отдельная кухня. Квартира продается под ключ. Ну, нужен легкий ремонт. Покрасить стены, обои кто может поставить. Телевизор можно поменять, кондиционер нужно поменять, кондиционер старый. Вот большой балкон. Сторона эта западная, тот балкон была сторона западная. Северная, северная, пардон. Эта сторона западная, юго-западная, вот солнце, море в той стороне. Спальни смотрят на запад. Хорошая прихожая. Высота потолков 165 сантиметров. Видите, что прихожая большая. Можно шкафчик установить до потолка. Первый санузел. Два санузла, три балкона. Накопительная система. Бойлер. Демир Дюкем фермы. Душевая кабинка большая, как вы видите. Есть вытяжка. Здесь у нас первая спальня детская. Тут где-то 11-12 квадратных метров полезная площадь. Родительская спальня. Даже есть сейф. Вот. Проект 2008 года. Цена квартиры 107 тысяч евро. Айдат 90 лир. Есть сауна, работает зимой. Вот это третий балкон. Перед этим зданием улица Барбаросса. Ставим лайк, подписываем наш канал, пишем комментарии, обращайтесь. Помогу в приобретении или в продаже вашей недвижимости. Работаю на комиссию, накруткой не занимаемся. Все, с вами был Агаси, Солнечная Алания, район Махмутлар. А, кстати, покажу лифт. Да, забыл, еще не закрываем ролик. Есть два лифта, первый лифт и второй лифт. Вместимость 2-3 человека. Здесь есть сауна, фитнес, маленькое оборудование, но есть. Да, нормально, теннисный стол тоже есть. Так, и тут что у нас есть? Так, так. Здесь сауна, зимой работает. Ну, зона отдыха, нормально. Можно спуститься и тут отдохнуть. Душевая кабинка, санузлы внизу. Можно даже дома не купаться, спускаться здесь, искупаться, экономия воды. Шучу, шучу, шучу. Не надо таких вещей. Форточки тоже есть. Все, чисто ухоженный проект. Все, ставим лайк, звоним, покупаем. До свидания всем.